Доброе утро всем! Начинаем сегодня утро с панкейков. Стакан молока, 2 яйца, 2 стакана муки, здесь сода гашеная, уксусом чайная ложка, ванильный сахар, такой сахар и щепотка соли. Вроде бы все. Также икра черная, красная, кремовая. Все, жарю уже. Оладики на сковородке. Добавила еще туда сливочного масла растопленного. Вот, и теперь жарим. Ждем, когда здесь появятся пузырьки, чтобы переворачивать. Я приготовила я блинчики эти. Гриша, вот это сюрприз. И соус клубничный, по-моему, разморозила с морозилки. Так что будем завтракать. Мам, просто горячий так. Да? Афанасий Сергеевич, тебе нравятся блинчики? Так, будем сейчас готовить перцы фаршированные. Я залезла в морозилку за соусом из клубники для блинчиков и увидела там перцы, которые мы летом заготавливали. И сейчас как раз есть фарш, буду готовить. Так, лук, чесночка сейчас еще почищу. Так, фарш сейчас обжарю с луком. И добавлю еще рис. В общем, будет рис и фарш, начинка. Включила один дома. Я уже, честно, думала, что ни по одной программе его показывать не будут. Но вот по первой есть один дома, так что буду смотреть. Это такая тоже некая традиция Нового года. А перцы уже начинают готовиться. Здесь фарш обжаренный с луком, с чесноком. И рис, который я залила побольше водой, и когда он закипел, на дуршлаг его слила и сюда тоже вмешала. Сейчас это все немножечко остынет, а я пока сделаю такую подливку, которой буду заливать перчики. Так, тут все тушится. Что здесь? Лук, морковка, томатная паста и сметана, и вода. Фаршик уже подостыл, буду сейчас начинять перчики. Так, перчики доготовились, будем сейчас кушать. Так, постоят немножечко. А как раз и дом 2, этот один дом, это же заканчивается. Мы тут все вместе смотрим. Сразу даю телефон. Так, что нам надо? Что, мы что-то выиграли? 22.81. А мы что-то выиграли, да? Нам пришло смс? Ну, 110 рублей, наверное. 110 рублей? А, не, номер это ж, наверное... На обратной стороне номер. Номер билета, да? Не, какой они как-то по-другому здесь. Гриша, папа зовет. Что, не слышишь? А Гриша, пойди, принь. 968, вот он, 968. Сержаня, ты выиграл. Да что у тебя, папа, принеси, папка лежит в этом. В интернете. А что, у нас смс-ка вот пришла еще, что их проверять. Что-то выиграли? Принеси, пап! Так, посмотрели еще один дома. 2. Да, Антоша, как тебе один дома? Понравился? Или не очень? Понравилось. Понравилось? А что такое грустный, сынок? Что ты такой грустный? Спать хочешь? А что ты хочешь? Афонька, не знаю же. Ну что, мы, короче, ничего не делаем. Я перцы приготовила, мы поели. И к нам приехали еще девочки, так что мы теперь тут развлекаемся. Зоечка приехала с чемоданом. Ты что, куда-то собралась уезжать? Да, я на кабачке. Куда? На кладбище я пойду. На кладбище? Да. Зоя, это еще что такое? Это кладбище. Зоя, может, ты лучше в аэропорт поедешь? Аэропорт. Да? Так, а теперь меня ждет вот эта вот куча белья. Здесь на самом деле накидано все, даже, блин, костюм Снегурочки. Сейчас буду все здесь разбирать, наводить порядки. Здесь еще вещи. Потому что даже скоро в Сочи ехать, в общем, чтобы все же не было здесь все хорошо. Заюня, ты куда собралась? Да я. Куда, Зай, на отдых, что ли? Не, вот.
Где твой отдых? Покажи. Там? А что ты там собрала на отдых? Ух ты, ты что там и вещи собрала? Да. А с кем ты поедешь, Зоя? Мама, меня будут ругать. Тебя не будут ругать? Да, на лавочке. Очень-очень. А тут нету. Нету ничего? Надо сюда что-то положить, да? Да. И ты что, два чемодана будешь брать, Зай? Ты что, будешь два чемодана брать? Какого? Один чемодан будешь брать и этот? Два будешь брать чемодана на отдых? Да. О, а кто это? Птичка. Птичка, да? Да, она... У-у-у-и-бу-и! Вот так висит она. А, вот так сильно кричит? Висит. Висит? Не, вот так летит. А, летит, да? Да. Давай. Давай. Куда давай? Что давай? Птичку. А, птичку ты еще возьмешь? Да. Так, все, здесь навела порядок. Все девочки, пока. А вы где штаны? Вы почему штаны-то не одели, Зоя, пупсику? Надо же одеть, они... у нас же штаны. Ну, оставим себе пупсик. Нет. Да. Вон, сзади Марго, не портфель. Вот, на. Маргарит, на еще вот это что-то. Зелье. Зоя, бери. Что ты хочешь? Да нету вот этого, уже нету. Гриша, а что ты там строишь? Мама, тут... А что там Гриша этому товарищу строит? Мам, а тут... Что такое? А так, мау-мау. Как ты хочешь? Язычок показывать? Да, вот так. Может, так не надо? Надо. Ну, может, нет? Надо, мам. Посох надо подержать? Да. Вот что ты делаешь? Ладно, дайте. Ну что, Дед Мороз, ты подарки нам принес? Да, пока вам аду. Еще придешь? Да, аду. Пока вам аду. А ты аду. А что это такое? Это вам авинка. Машинка? А моля на авинке так. Авинка как на навеке. Вот. А мы веду. А как? А дом тебе. А вы куда поедете на машинке? Да, на там авинка лег. Ага, ну давайте. А дом тебе. А даже кого-то он падает. Куда падает? В море. В море падает? Да, пока ломаю. А где море, покажи. А? А где море? Море. Ага, оно там нарисовано, да? Там. Так плавает он? Угу.
Yeah.